Перу число жертв наводнений достигло 113 человек. Порядка 400 пострадали. 17 считаются пропавшими без вести. Около миллиона человек лишились всего имущества. В общей сложности большая вода уничтожила свыше 20 тысяч домов. Порядка 250 тысяч строений разрушены частично. Уже 7 человек скончались из-за вспыхнувшей лихорадки денге. Ежедневно поступает информация о новых случаях заражения, но они пока не подтверждаются. Обычно лихорадка денге проходит без особых осложнений. Однако, если ее не выявить на ранней стадии, заболевание может оказаться смертельным. Переносчиками вируса являются комары. Ситуация на самом деле вызывает большие опасения. Риски распространения вируса велики, особенно в районах, где нет доступа к чистой воде. Многие дома затоплены грязью, а это идеальная среда для переносчиков инфекции – комаров. Мы примем все необходимые превентивные меры.